Всем привет, с вами Ширка, и сегодня мы будем делать обзор мода на ZEP, профессионального мода, на который я оставлю вам ссылочку на этом видео. Я недавно выложил мое прошлое видео по Гренни, вот, если видите. Прошлое видео Гренни — это как бы, что будет, если ей пшикнуть в глаза спреем из перца. Вот сейчас мы попробуем обозревать этот мод. Как раз то, что мне нужно сейчас, это мы сделаем. Нам получится сейчас нужно залезть под кровать и тут все делать, чтобы Гренни нас не нашла. Вот получается это ноклип. Я еще ничего не знаю, что это такое. Потом гад мод, это нам надо не отключать. Стак энемис, что-то я не пойму, что такое. Партии, это вот. Unlimited ammo. Но это получается бесплатные пули. Короче, scary mod — это вот что. Типа, это режим Nightmare. Получается, дальше у нас что-то такое. Я даже не пойму. И следующая страница — это у нас Granny Scale 1-1. Granny Scale 1. Но если ты не пойму вообще. Disable FPS Limit. Ну, что-то я не понял, что. Disable Camera Distance Limit. Known ESP Line. Ну, короче, там у меня что-то не включается. Assets Menu. Это Maps. Можно переноситься в карты. Shout Out Wall. Сейчас, стой. Вот. Вы поняли, что. И это сейчас прогрузится. Надо к нему подойти. И бухнуться в него, походу. Нет. Что-то не получается его прогрузить. Ну, ладно. Потом The Dust 2. Вот сюда можно тпхнуться. Ну, я думаю, вы знаете это. Карту такую. Так, тут всякое можно найти, но тут нет вещей. Вот это странно. Здесь нет вещей в этой карте. Вообще. И их тут нереально найти. Даже нет какой-либо живности. Б. Это типа карта CSGO. Вот тут Б. Ладно. И теперь Granny's House, тпхаемся. Все. В общем, мы поняли. Следующее — это у нас NPCAS. Получается, если я сейчас в гад мод, то можно вот так вот делать себе таких вот штук. Первое — это Evil Nun. Spawn Evil Nun. В общем, вы заметили. Это NPC Evil Nun. Ну, монахия. В общем, вы поняли. И потом The Spawn — это все. Animation Menu. Там я или ничего не знаю. Ворм. Давай. Spawn Evil Nun. Despawn. Потому что это из режима другого. И можно заполнить Балди. Балди, только он чуть странноватый. Гренни. Короче, мы отключаем. Теперь. Так, теперь нам можно Гренни заспавнить. Вот так. Только она... Ой, она что, неустойчивая никакая. Это Гренни выполняет странное движение. Катается по полу, да и все. Если вот настоящая Гренни идет, такой с ума сходит. И вообще, что с Гренни? Настоящая Гренни, она... Просто она не ходит. Она вот так в ступоре как бы двигается, как призрак. Рили как настоящий призрак. Жесть. Ладно. Не, она меня тут можно походу найти. Ладно, просто потом можно деспаун и сделать вот так. Сейчас, стоп. Back to main menu. Получится, можно еще kill Granny. Просто kill Granny. Она мне больше не нужна.
Там какие-то у нее баги. А где, кстати? А, я тут убрал. Все, окей. Потом можно делать свои вот этого. Я вам показывал. Menu settings. Стоп, я что-то не понял. Ага, все, понял. Нам ни то, ни другое не надо. И получается тут еще Disable FPS Limit. Мы вам показывали. Так, вот теперь тут есть Assets меню. И ну, я вам, в общем, тут все показал. Теперь можно еще соседа заспавнить. Вот. Сосед. Вот, все. И можно еще заспавнить Таноса и Слендера. Слендера давай заспавним. Спаун Слендермен. И что у нас получилось? Какой-то гигантский дядька. Слендер, который смотрит. И его можно свалить, если мы этот стол покатим. Стой. Что такое, а? Стол? Стол баганутый какой-то. Это что такое? Вы когда-то видели эту... Охренеть! Просто! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Слендер под... Блин, все, уходим от него, короче. Ну, нахрен. Лучше настоящую игру не найти, чем с этим Слендером связываться. Ну, тут у нас плюс самая новая версия. О-о-о! Сейчас мы пойдем к пауку и сделаем у него настройки. Где же Грэнни настоящая? Интересненько. Хотел бы ее сейчас найти. Нет, тут, походу, Грэнни не будет, да. Сейчас мы делаем вот так. Так, все. Охренеть-ка, ну, как ей надо было все продумать. И, короче, теперь нам надо back to NPK меню. И тут еще можно найти Objects List. Теперь мы находим здесь Meet. Нет, Meet. TP. Meet to me. Вероятно, мяско это будет в холодильнике. Ну, либо там может быть... Там датчик движения. Вы заметили? И вот поэтому бежит паук. Чё? Он пошёл. Он забагался. Паук забагался. Прикольно. Мы же его теперь можем вывести куда-нибудь. Ля, паук багается. Прикольно. Ты куда? Вау. Вау. Не разбивая досок, я... Прикол. Как мне теперь отсюда выбраться? Рили, как? Ладно, в общем, вы все поняли. Все поняли, что у меня тут творится. Ладно, вы как бы теперь можете пройти Грэнни еще с очень большой легкостью. А с вами был Ящерка. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А теперь нам пора прощаться. Пока.